На модернизацию мусорного оборудования в России необходимо больше миллиарда рублей до конца года. Такую сумму озвучил российский экологический оператор. За счет этих денег хотят возмещать мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов. Глава организации Денис Буцаев считает главной целью повысить уровень внедрения раздельного сбора отходов в регионах и стимулировать компании переходить на современные экологичные технологии без существенного роста тарифа. В феврале Генпрокуратура провела проверку деятельности экологического оператора за последние два года и вывела множество недочетов. Основные – это отсутствие стратегии и целевых показателей, а также огромные зарплаты сотрудников компании. В правительстве называют Крым, Дальний Восток и Золотое кольцо приоритетными кластерами для создания туристической инфраструктуры в рамках национального проекта. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на эти цели будут выделяться как федеральные, так и внебюджетные средства. Это будет не меньше 2,5 триллионов рублей. Накануне, выступая в Госдуме, премьер Михаил Мишустин отметил, что по планам правительства в ближайшие десятилетия объем туристических поездок по России должен вырасти в 2 раза. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил вице-губернатором уроженца Волгограда Петра Попова, который возглавил представительство правительства Забайкальского края при правительстве России в Москве. По информации бизнес-портала Global Volgograd.ru, Петр Попов родился 9 марта 1985 года, он член партии «Единая Россия». Попов был в молодежном парламенте Волгоградской области, руководил молодежным советом области от партии «Ядро». С 2011 года работал помощником Олега Савченко, который в 2020 году вошел в список 100 самых богатых госслужащих и депутатов России по версии Forbes. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что одной из причин дорожания продуктов в стране стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Однако у правительства есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе. Мишустин напомнил, что Кабмин в декабре объявил комплекс мер в связи с ростом цен на продукты. Производители торговой сети заключили соглашение для стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, в начале года были повышены до запредельного уровня экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, введены пошлины на вывоз пшеницы, кукурузы, ячменя и квота на экспорт зерновых культур.